Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Бридер Брайдер ЛВ. Доктор Памбис одна сишка и штук 10, может даже больше обычных топоров. Но это с расчетом, что вы будете открывать все ящики, ломать все станки. Сишку мы взрываем вот здесь, тем самым зомби попасть внутрь не смогут из-за вот этой вот приблуды. И тут у нас внутри... 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 ящиков. Ну, плюс танки еще, соответственно. Так, все, что можно было сломать, я сломал эти ящики, я надбил. Давайте смотреть, что тут есть интересного. Так, тут 20 так изоленты, провода пока что заберу. Так, тут у нас еда. Да, мне не нужна. Дальше доски, пускай будут. И те другие. Здесь оружие. Вроде неплохо. Так, эталон еще есть. Здесь мусор. Тут бензин. Так, уголь тоже, кстати, неплохо было бы забрать. Здесь аптечки. Что-то я забрал, но я не понял, что. Так, окей. И здесь у нас спирт. Хорошо. Умирать я тут не буду. Думаю, мне места и так хватит. Единственное, надо сейчас в байк сложить. Заодно посмотреть, может, на этой базе байк есть, я уже не помню. Так, нет, байк тут нету. Раз, два, три, четыре. Это мы вот так. Блин, это я удалил на самом деле. Так, 5, 6, 7, 8. Пусть будет вот так. Глок сюда положим. А канистру я ему отдам. И сейчас будем ломать те 6 ящиков, которые остались. Станки я ломать тут уже не буду. Я что-то про них забыл совсем. А уже поздно, там слишком много окон, не могу получить звездюлей сказочных. Так, Громила, давай-ка сюда беги. Так, бежит, бежит. Отлично, я забыл забрать уголь. Вот тут 20 так угля еще. Так, Громила, здорово. Так, тут ничего интересного. Так, здесь металлолом, неинтересно. Камни, каменные блоки тоже не надо. Вода тоже не нужна. И последний ящик. Давайте посмотрим. Слитки и пластины. Ну, это я заберу. Так, Громила, не забывай про меня. Тут еще где-то был ящик, где я хотел забрать. Так, ну-ка сюда, Громила, иди. Микросхему и фильтр. У меня все равно место есть. Где он был-то, а? А, вот это, да, скорее всего. Тинкс. Это, вот так заберу. Тинкс, хорошо. Ну, а теперь можно отсюда сваливать. Вот такой лут, плюс еще то, что я положил в байк. В принципе, неплохо. Думаю, одной сишки оно того стоит. Но решать только вам. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.